Скажите, пожалуйста, как вас зовут, имя, фамилия, какую область представляете? Костенко Сергей, представляю Запорожскую область, город Запорожье. Город Запорожье. Да. Скажите, как вам дистанция, какой самый тяжелый был этап, какой самый легкий этап? Вчера у нас было плавание в бассейне, плавание прошло, в принципе, более-менее нормально, то есть бассейн хороший, плавало, как сказать, легкое, бывает такое понятие полосу. Сегодня вело было очень технически, с поворотами, то есть я такой хорошо, но... Из-за того, что было много поворотов, я пропускал когда поворот по чуть-чуть, и из-за этого отпал от первой группы и перешел во вторую группу. Беговая трасса хорошая, но по плитке, и это немного неудобно в плитке бегать, лучше пока еще по асфальту или по тропинке. Ну, тоже удобно было по стадиону бегать, потому что такие старты проводят в Украине не часто, что забираем на стадион, конечно, в стадионе, то есть более этично, так сказать. В Мелитополе первый раз участвуете на соревнованиях? Да, тоже проводится в третий раз, был дуатлон, в том прошлом году такие же соревнования были в октябре, и я пропустил этот старт по определенным обстоятельствам. Сейчас, да, у меня дебют в Мелитополе. В принципе, соревнования интересные, трасса интересная, условия хорошие. Организация соревнований? Наш тренер организовал, наша запорожская команда, и организация доволен, потому что выступал на многих соревнованиях на Европе, на Кубках мира выступал, и организация была тоже хорошая. Ну, если сравнивать, то нормально, достойно. Да, спасибо вам большое, успехов вам.